Рассказывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть не на решение, а на способ, который позволил к нему прийти. Так в свое время выражался Джастин Лэббитс, и сегодня мы видим перед нами одного из управленцев, это Александр. Давайте поприветствуем Александра. И сегодня Александр поделится с нами секретами своего успеха, то, как он и его команда попали в топ Google Play Beta и заняли призовое место на конференции стартап года 2016. Ну что ж, начнем? Да. Добрый вечер. Всем спасибо большое, что пришли. Спасибо Имагуру за организацию этого мероприятия. Меня зовут Александр Горлыч, я являюсь сооснователем Wondell. Wondell – это сервис по управлению звонками и уведомлениями на смартфоне, то есть Wondell управляет различными звуками, которые есть на вашем смартфоне. Сегодня я хочу рассказать вам о Wondell, немножечко о истории нашего развития, какие функции есть, а потом я перейду к тому, как мы попали в Google Play Beta, как Google Play Beta стоит подготовиться, что это вообще такое и какие возможности можно извлечь из этой категории. Вообще идея сервиса возникла еще во второй половине 2014 года. Мы обратили внимание на то, что количество звонков и уведомлений от различных мессенджеров, почтовых менеджеров, социальных сетей постоянно растет. Также постоянно нас отвлекают какие-то звонки, сообщения. С каждым годом их становится все больше и больше. И мы начали задумываться о пути решения, о умном приложении, которое смогло бы ими всеми управлять в зависимости от множества факторов. И это все у нас вылилось в основные функции, как, например, «Мои места». Пользователь может отмечать места, где автоматически будет включаться режим «Не беспокоить». То есть, условно говоря, вы можете настроить режим под свой офис, и когда вы заходите на работу, у вас автоматически включается беззвучный режим. При этом вы можете настроить Wondell так, то, что звонки, которые касаются работы, будут проходить, те звонки, которые не касаются работы, будут заглушаться. Вообще, когда мы начали разрабатывать эту функцию, мы столкнулись с двумя проблемами, и одна вытекала из другой. Это определение местоположения пользователя, особенно если это касается замкнутого пространства. Именно поэтому мы сделали... В Wondell заложено три метода определения, где находится пользователь. Первый — это самый стандартный GPS, а также это сети, мобильные сети. И третий способ — это точки Wi-Fi. Причем вам не обязательно подключаться к точке Wi-Fi. Wondell видит, какие точки есть, анализирует, по какому адресу они находятся, и на основе этого может определить местоположение пользователя. Вторая проблема, которая возникала, это то, что при режиме работы этих трех методов батарея смартфона садилась бы слишком быстро. Именно поэтому мы разработали алгоритм, который по определенным факторам, основной переменной которого является, как далеко находится пользователь от этого места, включает и выключает эти режим, чтобы понять, где сейчас находится пользователь. Именно благодаря этому нам удалось достичь того, что Wondell не садит больше 4-5% батареи в день в фоновом режиме работы. Следующая функция — это тихие часы. Это когда вы можете синхронизировать свое расписание с тем, с вашим рабочим днем, с временем, когда вы, например, спите, и таким образом в 8 утра вас не разбудит в выходной день какой-то милый голос, который предложит вам оформить кредит или что-нибудь купить, и многое такое. Стоит отметить то, что мои места и тихие часы, они взаимодействуют между собой точно так же, как и белый список. Всегда есть контакты, звонки от которых мы бы хотели бы получить. Потому что бывает такое, то, что мы забываем не только выключить звук, но и включить его обратно. И когда мы видим там 5 пропущенных по какому-то важному делу, понятное дело, то, что это нежелательно. Именно поэтому мы разработали белый список. То есть, например, ваши там, дети или родители всегда смогут вам дозвониться, вам всегда сможет дозвониться ваш босс, даже если у вас выключен телефон. Также мы разработали автоответчик. Это она... Все входящие вызовы, либо на какие-то определенные, когда вам кто-то звонит, вы можете поставить автоматический смс-ответ, при этом по вашему желанию может добавиться геолокация, где вы сейчас находитесь. То есть, условно говоря, если вы находитесь на каком-то совещании, то Wondell само отошлет смс на все входящие вызовы. Ну и опять же мы разработали специальный виджет, который называется «Быстрый доступ». Условно говоря, когда вы выключаете звук смартфона,
Он автоматически спрашивает, как долго вас не беспокоит. Также вы можете выставить то, что вас не беспокоит, пока вы находитесь в этом месте. То есть после того, как вы его покинете, звук автоматически включится. На самом деле, когда у нас только появилась идея этого приложения, и мы начали разрабатывать первый прототип, один из самых популярных контраргументов нашей теории, нашей, можно сказать, гипотезы, был в том, что включение и выключение звука не является такой проблемой, когда есть там одна кнопка, условно говоря, или, например, там быстрый виджет, с помощью которого это все можно настроить. Но, как я уже говорил, на самом деле существует большое количество факторов, когда нужно, чтобы звонок дошел, и не менее большое количество факторов, когда нужно, чтобы звонок наоборот не дошел. И это все Wandl должен учитывать, и наша задача, и все наши обновления направлены на то, чтобы максимально автоматизировать работу приложения, чтобы пользователю не нужно было брать смартфон в руки вообще. А для того, чтобы сделать хоть какое-то доказательство, proof of the concept нашего приложения, мы изучили конкурентов потенциальных. Причем стоит отметить то, что ни один из них не имеет такого ряда функционала, как сейчас есть у Wandl. Они являются или частично повторяют, или имеют только некоторые функции. При этом уже на тот момент, когда мы их анализировали, они имели довольно-таки большое количество скачиваний, они пользовались популярностью, и было видно то, что на такие приложения, которые регулируют звук в зависимости от множества факторов, спрос есть. Также мы провели несколько опросов, причем мы старались проводить эти опросы среди разных целевых групп, чтобы понять, насколько действительно наше приложение может понадобиться людям в повседневной жизни. На основе всех этих данных и на основе каких-то наших общих логичных рассуждений, абсолютно субъективных, мы сделали вывод, что над Wandl стоит работать, и начали нашу работу. Больше всего активно ведется разработка последний год. Наша монетизация. В планах Wandl интегрироваться в различные другие сервисы. Это как продажа билетов. Условно говоря, когда вы покупаете билет на каком-либо сервисе, Wandl автоматически создает карту с этим событием. Если вы в определенное время находитесь в этом месте, Wandl выключает звук. То же самое касается календарей, каких-то деловых встреч. Оно все синхронизируется, и таким образом автоматически у вас уже на какие-то встречи стоит беззвучный режим, либо наоборот звук включается. Основная наша команда состоит из 5 человек. Мы максимально стараемся делегировать задачи, но поскольку мы маленькая команда, получается так, что на самом деле каждый из нас вовлечен в процессы и может рассказать, чем занимается другой человек в данный момент. На данный момент мы имеем 25 тысяч активных пользователей. Общее количество просмотров в Google Play 850 тысяч. Поскольку мы только начинали делать стартап, и до этого мы никак не были связаны именно с стартап-индустрией, мы прошли курсы инновационного предпринимательства в парке высоких технологий. Затем мы участвовали в питерском конкурсе Push App, который мы просто нашли в сети. Мы заняли там первое место, благодаря чему выиграли 20 тысяч мотивированных установок, которые мы еще не использовали. Далее мы подали заявку в Google Play Beta, или на английском она звучит как Early Access. Нас туда отобрали, и вот после этого у нас есть такие вот показатели. Большинство наших пользователей из США, второе место Индия, третье Россия. Мы получили более 700 отзывов, подавляющее большинство из которых положительные. Дальше мы участвовали в Startup Weekend Беларусь. Мы тогда заняли первое место, после чего поехали на финал в Москву. К сожалению, в Москве мы не заняли призового места, но при этом в плане контактов нам эта поездка очень много дала, потому что мы познакомились с различными менторами, инвесторами, которые заинтересовались в проекте. После этого в декабре мы участвовали в стартап года Беларуси, где мы заняли третье место. Путем двух туров мы смогли объяснить нашу концепцию, благодаря чему нам удалось занять призовое место. Также я хотел бы рассказать про Early Access Apps, что это вообще такое, с чего оно началось, и почему приложению, которое выходит на Android, стоит сначала попробовать выйти в эту категорию. Вообще все началось с того, что Google давно задумывались о том, что нету специальных условий для того, чтобы разработчики, особенно начинающие, могли как-то тестировать свои приложения на ограниченном числе пользователей. С самого начала, когда еще они пытались развивать социальную сеть Google+, они
вводили специальные группы для тестировщиков, где люди могли размещать свои приложения, чтобы эти тестировщики их смотрели, оставляли отзывы. Но, к сожалению, это не получило большого распространения. Именно поэтому им пришлось двигаться дальше и думать над какими-то альтернативными путями решения. Именно поэтому в мае 2016 года Google разрешила приложениям на этапе бета размещаться в Google Play. То есть они уже выдавались в поисковой выдаче, у них в скобках было написано то, что они unreleased, также было предупреждение о том, что они могут работать нестабильно и оказывать некачественный сервис, но при этом они уже появились в Google Play и стали там набирать каких-то тестировщиков. Но проблема была еще в том, что по сути без прямой ссылки, или если человек не знает об этом приложении, его найти было очень сложно. Именно поэтому они начали работать над специальной категорией Early Access, которую такое первый раз запустили 30 июня 2016 года для ограниченного числа студий. Там, по-моему, было 20 с чем-то студий, которые должны были протестировать этот режим. Они привлекли туда пользователей, разместили папку Early Access на видное место, и туда начали идти люди. После того, как они протестировали эту категорию и поняли то, что она, скажем так, имеет место быть, 1 сентября 2016 года она открылась для всех разработчиков и работает до сих пор. Мы узнали об этой категории еще до полноценного релиза, но мы не знали то, что она собирается открываться также для всех разработчиков. Как только в сентябре мы об этом узнали, мы где-то в конце сентября подали заявку в Early Access, и уже в октябре Wandl был отобран для этой категории в Google Play. Срок рассмотрения заявки Wandl занял 2 недели. Когда мы изучали другие примеры приложений, которые находятся в Early Access, точно так же было где-то в районе 14 дней, рассматривали их заявки, так, плюс-минус. Что вообще стоит знать об Early Access? В зависимости от страны топ может отличаться. Далее я покажу, как выглядит заявка, и там можно пометить. Ваше приложение рассчитано на какую-то определенную страну, либо же она является как бы мировым бета-тестом. Если вы отмечаете то, что в какой-то вы находитесь в определенной стране, то есть вы будете конкурировать в этой стране вместе с приложениями, которые находятся также и в мировом бета-тесте. Коллекция обновляется каждый четверг, и в основном добавляется по 2-3 новых приложения. Старые приложения при этом не удаляются, то есть в основном они фильтруются сами, потому что уходят из периода бета в полноценный релиз в свои категории. Новые приложения сразу добавляются в конец списка, то есть сейчас в Early Access именно в категории Apps находится, по-моему, 14 приложений. Если вы новое приложение, то вы там войдете, условно говоря, на 15 место, и после этого вы будете вынуждены что-то делать для того, чтобы расти в этом топе. Для чего это сделать, я расскажу чуть позже. Вообще, Early Access позиционирует себя как для инди-студий, то есть для молодых разработчиков, которые хотят привлечь трафик, показать свое приложение, протестировать его, при этом не имеют достаточных ресурсов. Но, как показывает практика, при этом в этой категории присутствуют и крупные студии, как, например, одно из подразделений Disney, которые также разместили свой продукт. Нельзя выставлять оценки приложениям, но можно писать отзывы. При этом отзыв будет видеть только человек, который его написал, и разработчик. Так выглядит оно в Google Play, то есть вот эта вот папка находится в середине. Сам Early Access делится на приложения и на игры. Этот скриншот взят с американского маркета на начало декабря. В США мы тогда занимали 3-е место. Какие возможности предоставляет Early Access? Во-первых, это доработка приложения до полноценного релиза. Но нужно понимать то, что Google не примет приложение, которое имеет большое количество багов, которое имеет большое количество ошибок, и поэтому даже уже к Early Access оно должно быть более-менее доработанным. Можно установить лимит установок для бета-тестирования, привлечь дополнительный трафик, анализ метрик, что очень важно для начинающего стартапа, чтобы хотя бы более-менее понимать, получение отзывов, возможное общение с Google, то есть, условно говоря, допустим, с нами Google подписали NDA-документ, в рамках которого мы с ними сейчас сотрудничаем. Также это создание информационного повода для СМИ. Ну и есть что показать инвесторам благодаря вот этим вот всем вышеперечисленным возможностям. Перед тем, как выходить в Early Access, необходим soft launch, то есть, когда
приложение выпускается, там, возможно, какие-то крупные баги, которые с самого начала не заметили тестеры, сами разработчики, и которые они должны исправить. То есть то же самое было с Wandel. Мы сначала запустились просто как бета, но без заявки в Early Access. И мы висели там, у нас было очень маленькое количество скачиваний, и для того, чтобы привлечь хоть какое-то количество тестеров, мы составили список сайтов для бета-тестирования, где размещали свои заявки. Причем вот эти, допустим, которые здесь перечислены, там 4 сайта, они такие основные и способны привлечь действительно там по каждой из них там, ну, где-то по 100-150 установок в течение 3 суток. Также мы размещались на тематических сайтах и форумах. Это касается и IT, и, условно говоря, сопряженная со стартапом тема. То есть, если ваш стартап, целевая аудитория вашего стартапа является также там семья, вы можете размещаться на каких-то семейных ресурсах, рассказывать то, что вот пробуете приложение, оставляйте свои отзывы. Конечно, на soft launch не стоит использовать все ресурсы, которые есть, не стоит там составлять список из 100 сайтов, там, форумов и так далее, и все их рассылать. То есть нужно сделать какое-то определение для себя количество пользователей, тестеров, которого будет достаточно, чтобы определить самые крупные, самые такие вот плохие баги. Ну а дальше все по стандарту, тут ничего нового не скажешь, то есть это анализ первых пользователей и отзывов, исправление технических ошибок, исправление основных ошибок юзабилити, то есть это надо будет все отслеживать, оптимизация ASO. Могу сказать то, что с Wandel мы не сильно оптимизировали ASO, когда мы находились в soft launch, мы уже начали его оптимизировать, когда находились в early access. Также составление плана графика дальнейшего развития, то есть вы уже на практике понимаете, какие у вас есть недочеты, а где вы наоборот хороши, и уже можете более-менее ориентироваться к тому, как вы должны двигаться дальше. Ну все, надеюсь, это не конец презентации. Оп. Так, выглядит заявка в Google Play Early Access. Она довольно-таки общая, и даже по ней очень сложно определить, какие вообще у Google есть к тем приложениям, которые должны попасть в Early Access. То есть с самого начала это оно спрашивает, там, находитесь вы там, вы являетесь игрой или приложением, когда вы планируете запуститься, как вы зоветесь. Также вот важный вопрос, является ваша бета глобальным или вы рассчитаны на какой-то там местный, локальный рынок. После этого вы указываете, как вы вообще планируете выходить в соответствии с iOS. Ну и дальше вы можете написать о вашем приложении, то есть описать его. Мы не писали там каких-то больших писем мотивационных, мы просто описали те функции, которые представлены в нашем приложении. И этого оказалось достаточно для того, чтобы туда попасть. А на самом деле, как я уже говорил, принципы отбора очень сложно понять, потому что даже из тех интервью, которые дает глава Google Play Early Access, она, все очень так размыто получается. Это должны быть хорошо работающие приложения в техническом плане, то есть они уже должны быть без крупных багов. А приложение должно выделяться интересным концептом. Google старается, также важный момент, Google старается, чтобы в Early Access, они к этой категории относятся в какой-то степени как к коллекции разных приложений. Именно поэтому, если вы какое-то фитнес-приложение, и уже в Early Access находится фитнес-приложение тоже, то, что вы туда попадете, шанс намного меньше. Если бета-тестирование Global, то, понятное дело, желательно, чтобы было большее количество языков у вашего приложения, это будет только вам в плюс. У Wandel их 12. Лимит установок. Раньше, как всегда было, когда приложение хочет запуститься, при этом планирует привлечь какое-то определенное количество пользователей для тестирования, они запускались в какой-то маленькой стране. Причем была еще сложность в том, чтобы определить то, что целевая аудитория этой маленькой страны будет сопряжена с тем, на которое приложение вообще рассчитано. И там вот это вот, это называется Новая Зеландия, потому что постоянно использовали какие-то вот действительно маленькие страны. А когда пользователь удаляет ваше приложение при лимите, то автоматически место освобождается и уже может прийти какой-то другой тестер. С исправлением ошибок и обновлениями можно также увеличивать этот лимит. Условно говоря, когда у вас наиболее крупные ошибки, вы там устанавливаете лимит
в 500 тысяч установок. После того, как вы это исправите, вы постепенно отпускаете этот лимит, и уже когда ваше приложение работает стабильно и качественно, вы можете выходить без лимита. То есть это график из Google Analytics Wandle. Это день до того, как мы были в Early Access, и день после. Получается так, что до этого у нас там было в районе, не знаю, 10 пользователей в сутки. Как только мы попали в Early Access, у нас уже где-то было там в районе 130. Причем, ну, понятное дело, что это показатель пользователя. Подавляющее большинство из них — это были именно новые пользователи, которые пришли. Эти данные взяты от одного фитнес-приложения, которое также размещалось в Early Access. Они отследили корреляцию, зависимость числа остановок от позиции. То есть почему важно расти, когда вы попадаете в Early Access, потому что точно так же вы будете, количество установок вашего приложения будет расти. То есть, условно говоря, если вы входите там в топ-3, то количество установок каждый день дорастает там до 500-600. У Wandle их немножко меньше при первых местах, но примерно такая корреляция действительно есть. А метрики. На самом деле, те метрики, которые есть во время бета-тестирования и которые будут во время полноценного релиза, могут кардинально отличаться, то есть какие-то из них будут коррелировать, какие-то нет, и это стоит понимать. Также Early Access — это все-таки категория для тестеров, и многих людей вот это вот, то, что приложение может работать нестабильно, еще что-то, действительно отпугивает. Именно поэтому часть пользователей используют приложение Early Access, то есть просто как тестеры. Как я упоминал, важно войти в тройку для увеличения количества просмотров внутри Google Play, соответственно, вашей конверсии, получить какое-то определенное количество установок. Метрики, слава богу, у нас сегодня не лекция по метрикам, потому что туда можно уйти вообще очень глубоко, но на самом деле они все стандартные, с ними можно делать все, что угодно. По нашему опыту инвесторы особенно спрашивают когортный анализ, потому что они хотят определить поведение пользователей в зависимости от разных целевых групп, а также отток пользователей, то есть churn rate. К сожалению, churn rate не заложен в стандарт Google Analytics, поэтому его приходится считать самому, но это несложно. Есть много гайдов в интернете, как это сделать. Ну и также важно, уже на категории бета вы можете тестировать, какие именно рекламные ресурсы являются наиболее эффективными для вашего приложения. За время открытого бета-тестирования мы получили более 700 отзывов. Часть из них приходит на email. На email обычно приходят более развернутые. Что очень важно, некоторые пользователи предлагают помочь с переводом приложения, хотя к этому, конечно, нужно относиться очень аккуратно, потому что они могут написать что угодно, и если это не проверить, то приложение может выйти с большим количеством все равно ошибок. Даже мы переводили наше приложение в одном минском агентстве. К сожалению, переводы были очень плохие, особенно это казалось немецкого и испанского. Нам про это постоянно указывали. И один пользователь нам помог перевести часть приложения и какие-то там ошибки на немецкий, которые потом после проверки оказались действительно хорошими корректировками. Один парень из Испании писал нам то, что некоторые слова, которые мы используем в приложении, они очень красивые, но они их не используют где-то уже начиная с 19 века. В ответах можно указывать ссылки на страницах, в социальных сетях, то есть, условно говоря, когда вы отвечаете какому-то пользователю, во-первых, мы стараемся, чтобы ответ был именно уникальным, и сразу указываем то, что у нас есть Twitter, вы можете отслеживать новости, и таким образом небольшое, но хотя бы какое-то количество пользователей, которые на нас подписываются, мы привлекаем. После первых 100 отзывов уже можно делать таблицу со стандартными ответами, потому что на самом деле уже начинают писать одно и то же, и по сути получается так, что ты должен переписывать одни и те же ответы. Какие могут быть информационные поводы для СМИ? Вообще, в принципе, попадание в Early Access. Когда вы туда попадаете, особенно это касается видеоблогеров, они начинают активно обозревать ваше приложение, включать его в разные топы, называют эти видео что-то из серии там «Секретные приложения», Google Play и так далее, и начинают о нем рассказывать, то есть это привлекает трафик. То есть это
какой-никакой информационный повод для СМИ, также вас могут написать, условно говоря, там белорусские СМИ. Когда вы входите в топ-3, в Early Access, уже о вас могут писать СМИ, в принципе, по всему миру. Так было и с нами, когда мы попали уже в топ-3, про нас начали активно писать и американские СМИ, и СМИ из Индии в основном. Ну и многие блогеры начали обозревать, начали включать наше приложение в какие-то топы. Какой-то блогер написал то, что считает наше приложение приложением года. К сожалению, видео собрало 50 просмотров, поэтому не знаю, стоит доверять или нет этому мнению. А определенное количество пользователей, ну, условно говоря, если вы разместились в бета, и вы там набрали какое-то большое количество пользователей, то понятное дело, что о вас напишут. Вы можете написать какой-то СМИ, то, что у нас там over там, 100 тысяч, и все о вас напишут, то, что вот вы вот так вот быстро растете. Какие-то другие успехи, которые могут быть связаны с деятельностью вашего приложения? Инвестиции. Ну, во-первых, когда ты только начинаешь во время, допустим, там сид-этапа приходить к инвесторам, ты напоминаешь какого-то продавца китайских там, не знаю, телефонов или пылесосов, который просто пытается впарить инвестору вообще непонятно что. Особенно, когда мы рассказывали про Wandel, выключение звука, и инвестор, который сидит с айфоном, и у него звук выключается с одной кнопки, он там никто не мог понять, в чем смысл и так далее, только некоторые. И вот именно бета – это то, что является proof of the concept. Благодаря ней мы поняли, то, что наше приложение нужно людям, они им активно пользуются, и оно действительно решает какие-то проблемы в повседневной жизни. Также это уже данные, которые можно использовать для планирования. То есть это могут быть какие-то метрики определенные и конверсии для скачиваний. То есть, условно говоря, если до этого при составлении бизнес-плана всегда берешь какие-то цифры из головы, и всегда бывает такое то, что так, взял слишком негативно, а это слишком позитивно. А вот будет ли оно так, и никогда не знаешь. Уже бета дает какие-то более-менее понятия, к которым можно привязаться. Также это уже оценка рисков и для вас, и для инвестора. А вы уже показываете то, что навыки команды на практике, то, что вы сами запустились, то, что вы сами работаете, то, что у вас есть какие-то уже промежуточные успехи. Ключевые слова в презентации, на которые все очень хорошо реагируют, как Google, в мире, СМИ, это сразу все привлекает, это сразу, ну, никто же не будет спорить с Google, правильно? И поэтому, и также, чем хорошо бета, то, что вы уже претендуете как на сид инвестирование, так и на A-раунд. Таким образом, вы расширяете список фондов, которые могут вложить в вас деньги. Спасибо за внимание, контактные данные нашего приложения. Возможно, у вас есть какие-то вопросы.